Швейцария. Берн. Смерть от жизни отличается двумя факторами. Объемом и движением. Живой обитает в закрытом помещении значительно большим, чем гроб. И имеет возможность это помещение, именуемое домом, семейным очагом, клиникой для душевнобольных, бардаком, парламентом, время от времени покидать или, наоборот, посещать. Вся разница. Я не боюсь показаться вам циником. Наоборот, я призываю вас к откровенности, в основе которой всегда лежит цинизм. Откровенность – это высшая, разумная, целенаправленная субстанция цинизма. Мне горько вас слушать, потому что сейчас каждую минуту в Германии умирают голодные женщины, а под бомбами погибают беззащитные дети. Можно строить алогичное умозаключение в дни мира, но в дни страшной войны это безжалостно. Я опять-таки с вами не соглашусь. Опять-таки я с вами не соглашусь. Каждый день мир чреват войной, и наоборот, страшные минуты войны свидетельствуют о приближающихся днях мира. Мы живем в странной параболе, под оплеки истории, непознанность геометрических форм. И даже дипломатия, эта фальшивая профессия, привлекает меня интересной концепцией математических положений, если смотреть на нее с определенного расстояния. Мне важна деловая беседа с вами, а не дискуссия об отвлеченных проблемах. Нету времени. Господа, любезно обещавшие мне свою помощь, предупредили, что у вас есть возможность каким-то образом связать меня с теми, от кого зависит судьба миллионов в Германии. Если нам удастся приблизить благородный мир хотя бы на один день, в будущем нам многое простится. Пожалуйста. Я готов ответить вам на все ваши вопросы. Нет, на все не нужно. Я перестану вам верить, если вы согласитесь отвечать на все вопросы. Разумно. Я не дипломат. Я приехал по поручению. Да, я знаю. Мне кое-что о вас передавали. Первый вопрос. Кого вы представляете? Простите, я сначала должен услышать ваш ответ. Кто вы? Я буду говорить о людях, оставшихся у Гитлера. Им грозит смерть. Им и их близким. А вам ничего не грозит. Вы в нейтральной стране. А вы думаете, в нейтральной стране не работают агенты гестапо? Ну, это частность. Это не имеет никакого отношения к нашему разговору. Я не американец и не англичанин. Я это сразу понял по вашему произношению. Простите, вы, кажется, что-то сказали? Я сказал, что сразу понял по вашему произношению, что вы не англичанин и не американец. Вы, вероятно, итальянец? Да, по рождению. Но я гражданин Соединенных Штатов Америки, поэтому вы можете со мной говорить вполне откровенно, если вы доверяете тем господам, которые организовали нашу встречу. Мои друзья на родине считают, и я разделяю их точку зрения полностью, что скорейшая капитуляция всех немецких армий и ликвидация всех частей СС спасет миллионы жизней. Мои друзья хотели бы знать, с кем из представителей союзников мы должны вступить в контакт. Вы имеете в виду одновременную капитуляцию всех армий Рейха? На востоке, на западе, на севере и на юге? А вы хотите предложить иной путь? Что-то у нас разговор происходит в странной манере. В переговорах заинтересованы
немцы, а не мы. Да. Поэтому выдвигать требования нам, не правда ли? Так вот, для того, чтобы мы могли разговаривать с вашими друзьями, мы должны знать, как учили нас древние, кто, когда, сколько, с чьей помощью. Иначе мы вас будем считать перевербованным агентом гестапо. Или человеком, лишенным каких бы то ни было полномочий. Либо объектом, который используют для дезинформации. Я не политик. Может быть, вы правы. Я хочу, чтобы вы верили в мою искренность. Я не знаю всех тех, кто стоит за группой, которая отправила меня сюда, но человек, представляющий эту группу, достаточно влиятелен. Да ведь это игра в кошки-мышки. В политике все должно быть оговорено с самого начала. Так это же давно всем известно. Нет, мне ничего не известно. Я тебе говорю серьезно, мне ничего не известно. В политике должно быть все оговорено с самого начала. Я бы советовал вам передать вашим друзьям. Мы не станем говорить с ними до тех пор, пока не узнаем, кого они представляют. Их программу, в первую очередь идеологическую. И те планы, которые они намерены осуществить в Германии, заручившись нашей помощью. Ну, идеологическая программа понятна, она базируется на антинацизме. Ну да, это первая ступень идеологии. А какой видится будущее Германии вашим друзьям? Куда она будет ориентироваться? Какие лозунги вы предложите немецкому народу? Нет, если вы не можете ответить за ваших друзей, то, может быть, вы скажете вашу точку зрения. Моя точка зрения будет субъективной. Во всяком случае, если вы опасаетесь коммунистической ориентации, вы ошибаетесь. В такой же мере, мне кажется, чудовищная мысль о сохранении, пусть даже в видоизмененной форме, того или иного аппарата подавления германского народа, который существует в Германии сейчас. Хорошо, тогда встречный вопрос. Кто может удержать германский народ в рамках порядка, ну, в случае, если Гитлер уйдет? Люди церкви? Те, кто содержится в концентрационных лагерях? Или реально существующие командиры полицейских частей, решивших порвать с гитлеризмом? Полицейские силы в Германии подчинены Рейхсфюреру СС Гиммлеру. Это я слышал. Значит, речь идет о сохранении власти СС, которая, как вы считаете, имеет возможность удержать народ от анархии в рамках порядка. Так что ли? А кто вносит подобное предложение? По-моему, этот вопрос еще нигде не дискутировался. Пастор испугался. Он понял, что проговорился. Этот дошлый итальянец сейчас уцепится и вытащит из него все, что ему известно о переговорах американцев с СС. Пастор знал, что врать он не умеет. Его всегда выдает лицо. А итальянец, один из сотрудников бюро Даллеса, возвращаясь к себе, долго размышлял, прежде чем сесть за составление отчета о беседе. Либо он полный нуль, продолжал думать итальянец, не представляющий ничего в Германии, либо он тонкий разведчик. Он не умел торговаться, но он не сказал мне ничего. Пожалуй, даже он больше разбирается в том, чего хотим мы, нежели я в том, что могут они. Но его последние слова свидетельствуют о том, что им известно нечто о переговорах с Вольфом. Я здесь представляю Святую Церковь и Его Святейшество всего второй месяц, но смело могу сказать, уже вполне акклиматизировался. Так что, если нужна моя помощь, как вы устроились? Спасибо, пока мне ничего не нужно. Я очень рад, пастор, видеть вас здесь, в безопасности.
и рад, что вы не успокаиваетесь и ищете новые волнения во благо спокойствия паствы. Если я завтра утром получу новые сведения из Ватикана, я смогу вас навестить, пастор? Буду рад. Как вы сказали, отель Савойя? Савойя. Что вы собираетесь делать сегодня? Вечером я приглашен к настоятелю собора. Великолепный человек. Умный, смелый. Когда нацисты изгнали его из Гамбурга, он был на грани смерти. Так он переживал расставание с родиной. Да. Эту горькую чашу пьет каждый. Желаю удачи. Джованни, я продиктую вам депешу. Зашифруйте, отправьте ее немедленно. Монсеньора Кадичелли, Ватикан. Генерал Вольф преуспел в своей деятельности, встретившись здесь, в Берне, с господином Даллисом. Те сведения, которые поступают к нам, позволяют сделать вывод. Переговоры Вольфа и Даллиса протекают весьма успешно. Следует понять мою позицию. Если я повторно стану предостерегать господина Даллиса от дальнейших контактов с генералом Вольфом, у наших американских друзей может создаться неверное представление о тех мотивах, которые нами движут. Люди государственной политики далеко не всегда понимают политику слуг Божьих. Положение казалось мне тяжким и безвыходным до тех пор, пока сюда, в Берн, не прибыл пастор Шлаг. Вы должны помнить этого благородного человека, который всегда ратовал за мир, посещая неоднократно Швейцарию, Ватикан, Великобританию до 1933 года, когда выезд из Германии не был сопряжен с теми полицейскими трудностями, которые начались с приходом к власти Гитлера. Пастор Шлаг прибыл сюда, по его словам, для того, чтобы предотвратить возможность дальнейших переговоров между Вольфом и Даллисом, поскольку он глубоко убежден в том, что Вольф отнюдь не занят поисками мира, но лишь зондирует почву для поддержания режима нацистов. Я просил бы вашей санкции на более откровенные беседы с пастором Шлагом. Вероятно, стоило бы подробнее информировать его о происходящих в Берне переговорах. До тех пор, пока я не смогу предложить пастору Шлагу реальных доказательств нашей искренности, трудно ожидать от него откровенной беседы, в которой бы он сообщил полные данные о тех его друзьях, которые направили его сюда из Германии. Шлаг никогда не был политиком. Он всегда был честным пастором. Однако, обращая свой взор в будущее, я вижу серьезную выгоду от того, что именно пастор, служитель Бога, оказался тем чистым и высоким человеком, который искал мира, рискуя своей жизнью, но при этом не шел на компромисс с нацизмом. Этот высокий пример гражданской мужественности Сына Божьего и Его слуги поможет нам, когда измученный народ Германии так или иначе вернется в лоно Святой Церкви, и пастор Шлаг
либо светлый образ его, либо светлый образ его поможет нашим пастырям в будущем нести свой свет туда, где было царство нацистской тьмы, и куда сейчас обращают свой взор большевистские лидеры. Поэтому я и спрашивал разрешение на то, чтобы ознакомить пастора Шлага с теми материалами, которые Святой Церкви удалось получить при помощи монсеньора Штауте, бывшего епископа Гамбурга. Приехал оберштурбанфюрер Рольф. Продолжайте наблюдение. Ясно. Скажите, сколько времени? Мои остановились. 7:25. Устраивает? Оставь нас вдвоем. Оставьте нас вдвоем. Мне покормить мальчика. Я боюсь, что он не даст нам работать. Мальчик подождет. Это невозможно, он должен есть по часам. Хорошо, вы покормите его, как только ответите на мой вопрос. Мы заняты. Ребенка пора кормить. Уже время. Подождем. Он голодный. Закройте дверь! Не мешайте работать, черт подери! Так вот, нам стало известно, что вы знаете резидента. Я уже объясняла. Я знаю ваши объяснения. Я читал их и слушал магнитофонные записи. Они меня устраивали до сегодняшнего утра. А вот с сегодняшнего утра эти ваши объяснения меня устраивать перестали. А что же случилось сегодня утром? Кое-что случилось. Мы ждали, когда это случится. Нам нужны были доказательства, и мы их получили. Мы ведь не можем арестовать человека, если у нас нет доказательств. Улик, фактов или хотя бы свидетельства двух людей. Так вот, мы получили улику. Простите, я не знаю, о чем идет речь. Можно я покормлю ребенка? Сначала вы мне расскажете, где и когда у вас были встречи с резидентом, а потом пойдете кормить ребенка. Я уже объясняла господину, который арестовал меня, что ни имени резидента, ни его адреса, ни, наконец, его самого я не знаю. Слушайте, не валяйте дурака. Как говорится, карты на стол. Туз бит шестеркой. Говорит дежурный по охране. Появится Штирлиц. Немедленно сообщите. Хорошо. Записываем. Мюллер решил сыграть партию со Штирлицем сам. Все было бы просто и неинтересно, не существуя звонка Штирлица к Борману и их встречи. Круг замкнулся. Штирлиц, шифр в Берне, русская радистка. И этот круг покоился на мощном фундаменте на Бормане. Значит, либо свалив Бормана, Мюллер получал доступ в сферу финансов для проверки, а он видел и такую перспективу, либо, если условия игры позволят, он становился необходимым для Бормана как человек, раскрывший заговор Штирлица, связанного с русскими радистами. Оба эти выхода были чреваты как последним взлетом, так и последним падением. Я не стану больше говорить.
Я буду молчать до тех пор, пока вы мне не позволите покормить ребенка. Ну что ж, не будем попусту тратить время. Я знаю то, что знаете вы, и о чем вы молчите. Мы вам устроим очную ставку с резидентом. Почувствовав провал, он решил бежать за границу, но у него это не вышло. Он рассчитывал на свою машину. У него очень хорошая машина, не так ли? Но он ошибся. Наша машина не хуже, а лучше, чем его. Вы нас во всей этой кутерьме не интересуете. Нас интересует он. И вы нам скажете о нем все. Все до конца. Мне нечего сказать вам. Снова заморозки. Это не по-весеннему. Руки. Что? Руки. Руки. Что вы хотите делать? Руки! Барбара, Хельмут! Хельмут, Барбара! Принесите младенца. Я не зря напомнил вам о заморозках. Достаточно подержать ваше дитя 3 или 5 минут вот на этом столе голенького, без пеленок. Или-или. Решайте. Вы не сделаете этого. Вы не сможете этого сделать. Да, мне это будет очень страшно делать. Да, я тоже человек, а не животное. И меня тоже рожала мать. Но именем всех матерей Рейха я сделаю это. Именем детей Рейха, которые гибнут под бомбами, я сделаю это. Где ребенок? Несите его сюда, черт возьми! Хельмут! Хельмут, вы меня слышите? Принесите ребенка! Хельмут! Вы же мать, вам надо быть благоразумной. Вы отлично выглядите. Отлично. Пальто могли бы снять, кстати говоря, в приемной. Ну, потому что вы вошли ко мне, не сняв пальто. Я понял.
Сестры пастора с детишками не нашли? Не нашел. А подробно? Как это было? Где она? Куда она исчезла? Ночью за ней приезжала машина. Что за машина? Кто был в машине? Чья машина? Установить не удалось. Соседи просто слышали шум подъехавшей машины. Потом они увидели свет, который пробивался сквозь щели светомаскировки. Потом снова заработал мотор машины. Больше они там не появлялись. Но фотографию женщины с детишками вы достали? Да. Покажите. Так. Ну хорошо, будем искать женщину с детишками. Она нам еще пригодится. Спасибо на этом, Айсман. Ну а что делать вот с этим? Вот с этим. Что делать? Что это? А вы почитайте. Это ваш рапорт. Я целиком и полностью доверяю штандартенфюреру Штирлицу. Будь мы все трижды прокляты. Вот так-то будет вернее. Хороший урок вам, дружище. Что же мне, написать новый рапорт на ваше имя? Зачем? Не надо. Но я считаю своим долгом отказаться от прежнего мнения. А хорошо ли это? Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет. Что же мне теперь делать? Верить, что я не дам хода вашему рапорту. Всего лишь. И продолжать работать. Идите. Контрразведчик должен знать всегда, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне можно. Довольно лирики. Немедленно передайте мой приказ в Берн. Дальнейшую разработку связняка прекратить. Организовать похищение. В багажнике посольской машины перевести его через границу в Рейх. В распоряжение группенфюрера Мюллера. Лично. Все. Thank you.
Пойдемте. Лишнер шел на явку. Он специально вышел на полтора часа раньше, чтобы побродить вот по этому зоопарку, расположенному на берегу Аары. Лишнер шел на явку. Он теперь все время был в приподнятом настроении. Он выполнил поручение Штирлица. Он готов был к любым другим поручениям.
Он ждал теперь от жизни только хорошего. Все дело было в том, что весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро он сидел и работал над рукописью новой книги. У него было совсем мало денег, но он вовсе не задумывался, как будет дальше. Листы белой бумаги ждали его, разложенные на столе. И это вносило в его жизнь порядок и смысл. Цветочная улица. Он остался доволен своей зрительной памятью. В этот раз он сразу нашел эту улицу. Теперь дальше. Вот к тому дому, номер 9. Отчетливо вспомнил, как ему говорил Штирлиц. Вы придете на улицу под названием Цветочная. Вы должны пойти по четной стороне домов. И, проходя мимо дома номер 9, посмотреть на окно во втором этаже, слева от парадного. Цветочная, дом номер 9, окно во втором этаже, слева от парадного. Вы подниметесь в квартиру только в том случае, если на окне не будет цветка. Цветок – это провал. Тогда, позавчера, он этого не сделал. Господи. Это был сигнал провала. Русский разведчик, почувствовав за собой слежку, успел выставить этот сигнал тревоги. Он все понял. Он вспомнил, как зашел позавчера на квартиру, даже не услышав ответа на пароль. Он все понял. Он только не мог понять, как же это так, что он, старый, умудренный опытом человек, не сделал двух простых, элементарных вещей, о которых несколько раз говорил Штирлиц, и тем самым зачеркнул не только свою жизнь, но, вероятно, и жизнь самого Штирлица.
ошиблись номером, дружище. Вы ошиблись номером. Вы ошиблись. Да. Я ошибся. Марта. Войска 1-го Белорусского фронта на Штетинском направлении вели бои с целью ликвидации плацдарма противника на восточном берегу Одера и уничтожения группировки войск противника, блокированной в городе Альтап. Войска правого крыла 3-го украинского и левого крыла 2-го украинского фронта начали венскую наступательную операцию с целью разгрома основных сил 6-й танковой армии СС. Другой удар войска нанесли на Тьер с целью разгрома Эстергомско-Товарожской группировки врага. Говорит дежурный по охране. Понятно. Подождите секунду. The Red Army broke the German lines in the Ukraine and swept forward 300 miles to the Romanian border. The Germans gathering their remaining power struck back. Штирлиц идет по коридору. По какому коридору? По нашему коридору. Штирлиц идет по нашему коридору. А куда он идет? В
Штирлиц шел к Мюллеру. Он был убежден, что хотя он и разгадал маневр Мюллера с Холтофом, решающая схватка впереди. Холтоф ходил вокруг самых уязвимых моментов его операции с физиками. Если бы победила точка зрения Рунге, немцы могли вплотную подойти к созданию атомной бомбы уже в 1944 году. Это было в 1943 году. Штирлицу стало известно, что в гестапо попал один из ведущих физиков-ядерщиков Рунге. Попал он в гестапо в результате свары и склоки между группами ядерщиков, работавших в лабораториях управления боеприпасов, в институте Кайзера Вильгельма, в медицинском институте. Штирлиц знал, что группа Рунге ближе других стоит к созданию атомного оружия, и он получил задание центра найти доступ к Рунге. Откуда у вас эти сведения? А вам кажется это неправдоподобным? Вовсе нет. Там собралась хорошая компания. Ферми, Эйнштейн. Занимается этим Оппенгеймер. Да, возглавляет все это он. У нас достаточно в этой области умов, чтобы быть вовремя готовым к этой теперь уже реальной атомной угрозе. Что-то не получается. Весьма возможно, что тут не без утечки и даже не без определенного рода заговора среди физиков. Штирлиц понимал, что он имеет в виду как раз Рунге и его группу. Ну, а если это так, то раскрыть подобный заговор интеллектуалов можно лишь с помощью самих физиков. А в аппарате у Мюллера сидят одни костоломы. У них не пойдет. Каковы сведения у штандартенфюрера относительно новых течений в физике? Сейчас меня занимает больше всего проблема, как можно при помощи физической химии приостановить процесс оглупления масс. Трудно стало работать. Столько развелось идиотов, говорящих правильные слова. Вы кончите жизнь в концентрационном лагере. Да? Впрочем, нет, Мюллер вас сажать не станет. Вы слишком много знаете. Вас будут хоронить с почестями после автомобильной катастрофы. Спасибо. Только вначале я хочу перенести венок на его могилу. Мюллер бессмертен. Как бессмертен в этом мире сыск. После этого разговора прошло полтора месяца. Штирлиц никогда не торопил события. Выдержка, считал он, оборотная сторона стремительности. Все определяется пропорциями. Искусство, разведка, любовь, политика. Второй раз разговор о физике Рунге возник совершенно неожиданно во время праздничного вечера, посвященного дню рождения фюрера. Этот день рождения, в отличие от празднований в другие годы, проходил довольно скромно. После выступления Геббельса состоялся концерт. Thank you.
вечером в ведомстве Гиммлера был небольшой прием. Прошло 45 дней, а точнее 45 дней и 6 часов. И вот Штирлиц в разговоре, к слову, сказал Шелленбергу о том, как неразумно работают люди Мюллера с физиком, арестованным месяца три назад. Худо-бедно. Я все-таки закончил физико-математический факультет. Одно время из-за этой физики я был на грани физического истощения. Ну, и потом. От Рунге идут связи. Он учился и работал за океаном. Выгоднее этим заняться нам. Вы специализировались по квантовой механике. Это вам сказал Мюллер? Нет, у меня свои возможности. Штирлиц подбросил эту идею Шелленбергу и начал рассказывать смешные истории. Он намеренно ушел от дела Рунге, сосредоточившись на обсуждении других проблем. Он знал, что Шелленберг, как умный руководитель и прирожденный разведчик, позволяя себе изредка до поры до времени забывать определенные детали, никогда не упускает главных узловых моментов любой беседы. Штирлиц отдавал себе отчет. Шелленберг был серьезным противником, и в вопросах стратегии обойти его было очень трудно. Скорее всего, невозможно. Присмотревшись к нему, он отметил любопытную деталь. Интересные предложения своих сотрудников Шелленберг поначалу как бы и не замечал, переводя разговор на другую тему. И только по прошествии дней, недель, а то и месяцев, добавив к этому предложению свое понимание задачи, видимо, он перед этим ориентировался наверху, выдвигал эту же идею, теперь уже как свою, им предложенную, выстраданную и замысленную им операцию. Причем он придавал даже мельком брошенному предложению такой блеск, так точно увязывал тему с общим комплексом вопросов, стоящих перед Рейхом, что никто не мог заподозрить его в примитивном плагиате. И здесь Штирлиц все рассчитал точно. Прошло еще около 3 недель. У Шелленберга шло совещание о последних провалах его агентуры в Швеции и Либерии и измене 2 агентов, считавшихся вполне надежными. Шелленберг переживал эти провалы болезненно и в связи с этим проводил бесконечные совещания, на каждом из которых говорил долго и несколько раздраженно. Сегодня он собрал работников европейского отдела и распекал всех по порядку. Штирлиц хорошо знал Шелленберга и все точно рассчитал. Но он никак не думал, что дело Рунге возникнет снова и в нужном ему аспекте именно сегодня, после этого совещания.
Простите, я прошу вас остаться. Ну что, Штирлиц? Принесите, пожалуйста, кофе. Ну, что я вам скажу, Штирлиц? Видимо, технический прогресс будет определять будущее истории. Особенно теперь, когда ученые вот-вот должны проникнуть в тайны атомного ядра. Не думается, что и на Западе, и на Востоке это уже поняли ученые, но до этого еще, к сожалению, не дотащились политики. Кстати, мы с вами будем свидетелями деградации профессии политика. В том ее значении, в котором мы к ней привыкли за последние 19 веков истории. И вот понять изначальные мотивы людей, вышедших на передовые рубежи науки, понять, что ими движет. Это задача не столько ближайшего будущего, сколько дальняя, серьезная, перспективная задача. Кстати, как фамилия этого ученого-физика? Штирлиц понял, что это проверка. Шелленберг хотел установить, понял ли Дока Штирлиц, откуда идет этот монолог. Кто ему подбросил в свое время идею? Рунге. Рунге? Рунге. И вот по поводу этого Рунге у меня к вам есть несколько интересных дел. Так он вышел на дело Рунге. Так он сделал все от него зависящее, чтобы сломать реальную возможность немцев подойти вплотную к созданию атомной бомбы уже в 1944 году. Впрочем, впоследствии, после многих дней, проведенных вместе с Рунге, он убедился, что сама судьба мешала Германии получить новое оружие. Гитлер после Сталинградского сражения отказывался финансировать научные исследования в области обороны, если ученые не обещали ему реальной практической отдачи через 3, максимум 6 месяцев. Шла склока мелких честолюбий. Гениальные немецкие физики были таким образом вне поля зрения руководства. Тем более, что ни один из фюреров Германии не имел даже высшего институтского образования, исключая Шпеера и Шахта. Обо всем этом Штирлиц сообщил в Москву и плюс к тому внес свою лепту в разжигание вражды между сторонниками и противниками Рунге. Все, что шло во вред врагу, автоматически оборачивалось на пользу своим. Теперь ему надо было выиграть следующий этап сражения. Он должен был доказать свою правоту в этом деле. Он продумал свою позицию. У него сильная позиция. Дружище, доложите вашему шефу мои извинения. Я обещал быть в 9, а возвратился только в 9:12. Какие будут указания? Он меня сразу примет или мне можно полчаса поспать? Я сейчас узнаю. Ваше усмотрение. Шеф готов принять вас сейчас, но можно перенести разговор и на вечер. Он хочет выяснить, куда я пойду, понял Штирлиц. Не надо оттягивать. Все равно партия будет решена за час. От силы 2. Как вы мне посоветуете, так я и поступлю. Я боюсь, вечером он уйдет к начальству. Я его буду ждать до утра. Логично? Логично. Значит, сейчас. Пожалуйста. Хай, Гитлер. Доброе утро. Я, честно говоря, не ждал вас так рано. А
я боялся получить взбучку за опоздание. Все боитесь получить взбучку от старика Мюллера. А я хоть раз в жизни кому-нибудь давал взбучку, а? Я старый добрый человек, про которого распускают слухи. Ваш красавец-шеф злей меня в 1000 раз. Просто он научился в своих университетах улыбаться и говорить по-французски. А я вот до сих пор не знаю, как полагается, резать яблоко или его надо есть, как едят у меня дома, целиком. Вот, с косточкой. Пошли. Я вам сюрприз приготовил. Прошу. Мы скоро, видимо, вернемся. Я еще не вызвал машину. А мы никуда не едем. Говорит Шольц. Лицо этого человека было изуродовано до крайности, но Штирлиц узнал его. Это был шофер Бормана. Удобно идти без подарка. Это только в кино бывают чудеса. И только в кино считают до 3. Так вот я до 3 считать не буду. Ты выполняешь свой долг перед своим народом, а я перед своим. Возьмите мальчика. Не уходи. Она сейчас очнется, и я буду продолжать.
Барбара, принесите, пожалуйста, воды ей и мне. Если есть сердечные капли, влейте в стакан. Сколько ей надо капать? Не ей, а мне. Хорошо, сколько? Откуда я знаю? 10 или 30? Долго у них это продолжается? А сколько бы это продолжалось? С вашей сестрой или с вашей матерью? Да, с моей матерью. Эти сволочи хотят быть чистенькими, а мне предлагают гнусность. Дайте спички. Я не курю. Барбара, захватите спички. Посмотрите-ка, она очнулась. У нее века дергаются. Я не разбираюсь в этом. Барбара, что вы там копаетесь? Какая гадость. Она не умерла? Барбара, посмотрите-ка. Нет, она дышит. Делайте с ней что-нибудь. Времени мало, там ждут. Да сделайте вы с ним что-нибудь, невозможно это слышать. Я же вам говорил, ребенок хочет есть. Что вы заладили, как попугай? Не думайте, что только у вас есть сердце. Разрешите мне унести отсюда ребенка. Тюн слушает. Да? Уйдите! Да? Нет еще пока. Вы думаете, это так просто? Ха, можем поменяться ролями. Когда он начал его допрашивать, молчит. Ах, они говорят, как друзья. Так пусть поговорят с этой подругой. А я позволю себе посмеяться. Кажется, она пришла в себя. Да, она пришла в себя. Давайте-ка ее посадим. Принесите ей воды. Сейчас придет мама и покормит тебя. Любишь поесть? А, ну еще бы. Совсем не любишь. Скоро все будет хорошо. Придет мама. И ты вообще забудешь, как плачет. А ну-ка, хватит, хватит, хватит. Где была правда, там была правда. А сейчас вы начинаете бабьи игры. Не выйдет. Высунулись в мужское дело, и фокусы тут не проходят. Поднимите голову. А ну, поднимите голову! Ладно. Сейчас я позову Хельмута и открою окно. И тогда она откроет глаза, но уже будет поздно. Ну, надумали? Будем говорить. Я должна подумать. Нет у нас времени на раздумья. Я не знаю, что говорить. Вы ведь не хотите, чтобы я врала вам? Нет. Я не хочу, чтобы вы мне врали. Я хочу, чтобы вы мне сказали правду. Я сказала все, что знала. Так, ну хорошо. Я помогу вам, чтобы вы не чувствовали себя отступницей. Вот. Ясно. Какой смысл вам молчать? Будем говорить. Будешь говорить?
говорить, сука, или будешь молчать? Хельмут! Хельмут! Сколько раз я тебя должен звать? Я тебя 20 раз должен звать! Но мальчик уснул. Барбара, откройте дверь. Вот. 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 Нет. Смотри, ты этого хотела. Смотри. 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 Ну? Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. У каждого мгновения свой резон. Свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет в твоем мгновении. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение.